идем в магазин за тортиком. У папы сегодня юбилей, 70 лет. Вот сейчас купим что-нибудь, какой-нибудь тортик вкусненький. Здесь помимо тортиков разный ассортимент товара. И спиртные напитки вон, каких только нету. Но мы пришли за тортиком. Сейчас я пойду посмотрю. О, здесь не очень-то много тортиков сегодня. Скорее всего, придется нам брать маленький. Или два маленьких возьмем. Приехали мы в другую Азу. С чем эта девушка? Кофе и миндаль. Подожди. Я сейчас... А это с чем? Нет, внутри с чем? Эклеры? Взяли вот этот тортик с кофе, с миндалем, нам сказали. Внутри миндаль, кофе. Этот мы в прошлый раз покупали. Вот еще такой не пробовали мы, с фруктовой. Сейчас будем делать шашлык. Бастурму я вам уже показывала, мы сделали заранее. Готовим пока угли. Это уже не сильно, как место было, просто на стул так клади. Угольки уже готовы, шкварчат. Сейчас поставим шампуры. Ой-ой-ой, какой отсюда идет пар. Погода у нас сегодня прохладненькая, пасмурная, немножко ветерок поддувает, но все равно приятная. Такого сильного ветра нету, поэтому приятно. Не знаю, может быть, поднимется ветер, так как у нас в Баку город ветров и постоянно дует ветра. Но пока хорошая, приятная погода, и можно вот побыть немножко на улице. Папочке сегодня день рождения, 70 лет. Я уже сказала, отмечаем своей семьей. Такие оливки у нас на деревьях. Здесь у нас шишки растут. Они кисло-сладкие. Пока еще они не поспели. Да, слепил куличек. Молодец. Папочке подарили хорошие часы. Выбрали, купили заранее. Часы у него до этого были, Casio. Но он плавать в них не мог. И их тоже мы дарили 15 лет назад на день рождения. И они уже были у него слабые. Ему часовщик, мы недавно меняли батарейку, часовщик сказал, что плавать в них уже нельзя, так как они не герметичны, и мы решили опять подарить ему часы. В этот раз покруче взяли. Ну вот так, всем родителям хочу сказать, пожелать всем родителям терпения, добра, здоровья, и самое главное, чтобы они у нас были. Когда есть родители, с ними чувствуешь себя ребенком. Чувствуешь, что ты еще и ребенок. Первая партия пошла, как говорится. Почему сейчас скажу, у нас мясо куриное такое желтое. Сюда добавили сырокёк, куркуму. И также еще добавили немножко томатной пасты. Такой маринад нам больше всего нравится. Я возьму очень большую струю.
А здесь у нас картошечка с гуйрухом, с курдючим жиром. Картошка дольше, да? Конечно, она же дольше готовится. Картошка до морковки не загнут. Вот такой шашлычок у нас получился. К нему сделали лук с умахом. Еще у нас винегрет с долмой. Вот такой у нас винегретик. Деду, я поздравляю тебя. Спасибо. С чем поздравляешь? Вот и картошечка к столу подошла. Сначала делаем ее, запекаем в фольге, а потом фольгу снимаем, правильно? И да, поджариваем еще. Да, и потом пожариваем. Тише, тише. Тише. Сейчас у нас будет вот такие вот свечки. Сейчас у нас будет любимая наша песенка поздравительная. Показываю вам тортик в разрезе. Торт прослойка сливочный крем с кофе и миндальный орех. Вкусный. Да.